Привет! Меня зовут Ольга. Вы на канале Королевство вкусных блюд. Сегодня приготовим необычный грибной хлеб. Этот рецепт подойдет для всех любителей грибочков. Хлеб получается мягким, вкусным, немного влажным из-за начинки. Его можно кушать как отдельное блюдо с молоком, с чаем, со сметаной, так и сочетание с другими блюдами. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные вкусные рецепты. Ингредиенты этого рецепта и описание также смотрите под видео. Давайте начнем готовить. Шампиньоны хорошо моем. Нарезаем мелким кубиком. Берем лук-порей, хорошо промываем и режем мелко. В сковороду наливаем растительное масло, добавляем лук-порей, обжариваем на среднем огне, периодически помешивая до золотистого цвета. Добавляем грибочки, перемешиваем, лопаточкой поднимая лук, чтобы он не подгорел. Обжариваем грибочки, а тем временем готовим тесто. В миску убиваем яйца, добавляем сахар, соль, теплое молоко. Все хорошо перемешиваем. Добавляем часть муки, перемешиваем. Добавляем остальную часть муки и разрыхлитель. Хорошо замешиваем тесто, ложечкой как бы взбивая, чтобы оно было эластичным, однородным, без комочков. Вот такое получается. Однородное, тянучее. Тесто готово. Пересыпаем грибочки, даем им немного остыть. И остывшие грибочки добавляем в тесто. Хорошо перемешиваем. Масса готова. Подготавливаем форму. Смазываем растопленным сливочным маслом. И грибное тесто выкладываем в форму. Распределяем равномерно, запекаем в духовке. Вот такой хлебушек у нас получился. Вынимается очень легко. Посмотрите, как он хорошо пропекся, немного поднялся. Какой он ароматный. Разрезаем, угощаемся и угощаем своих близких. Вот такой хлебушек у нас получился. Мягкий, ароматный и очень вкусный. Приятного всем аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!